Всем здравствуйте! Вы на кулинарном канале «Готовим вместе». И сегодня мы с вами будем готовить итальянскую сливочно-грибную пасту. Я предлагаю вам проникнуться культурой высокой итальянской кухни, погрузиться в этот удивительный мир. Для начала нам нужно нарезать лук. Ах да, нам понадобится столовая ложка муки, паста, вот такая, желательно толстая, сливки, 20% желательно, немного масла сливочного, грибы, соль, чайники тут просто так стоят, конечно же сковородка и кастрюля для того, чтобы отварить все макароны. А для начала нужно нарезать. Когда мы высыпали весь лук на сковородку, надо его вот так перемешать весь с оливковым маслом и жарить на протяжении 10 минут, когда он станет таким золотистым. Пока наш лук жарится, нужно нарезать шампиньоны. Их мы режем тоже достаточно мелко. Но не прям измельчаем, чтобы это были очень маленькие куски и получился какой-то грибной соус непонятный. Надо именно, чтобы это было что-то похожее на грибы. Вот, примерно вот такие кусочки маленькие. Как мы видим, наш лук уже поджарился до золотистой корочки, а шампиньончики я уже нарезал. И нужно это все вывалить сюда. Главное, чтобы это все не просыпать. Ну вот, у нас хотя бы половина оказалась в сковородке. Теперь мы это все перемешиваем и еще готовим. Спустя 5 минут добавляем столовую ложку муки, чтобы все было такое густенькое, крутое. Перемешиваем. Теперь добавляем еще сливочное масло, примерно вот столько, чтобы грибы были такими сливочными, чтобы все хорошенько пропиталось, чтобы все было такое, обладало тонким вкусом и ароматом. Как вы видите, все выглядит уже так прекрасно, аппетитно. В это время у нас закипает водичка для макарон. То есть, извините, для пасты, да, для итальянской пасты. Мы так все перемешиваем, и теперь уже можно добавлять сливки. О, какие сливки. О, добавляем вот так вот в меру. Примерно половину этой банки. И все тщательно перемешиваем. Сейчас сливки уже перемешались совсем, и это выглядит безумно дико эстетично и аппетитно. Сейчас макароны пока еще. То есть спагетти, паста, да, итальянская паста, она еще не готова. Потом мы это все будем смешивать, а пока нужно выключать огонь. Чуть еще не забыл сказать, надо обязательно посолить. Да, надо обязательно посолить. К сожалению, вода у меня закипела только сейчас. И я высыпал пачку вот такой пасты итальянской. И она сейчас варится. На таком медленном огне. И потом надо будет ее добавить на сковороду. Наши спагетти уже сварились. Они вот так вот прекрасно выглядят. Вот такая вот лапша итальянская. И мы ее всю помещаем на сковородку и сейчас будем это все перемешивать. Это надо все хорошо вот так обильно смешать. Вы просто не представляете, как это все приятно пахнет, прекрасно, просто такой запах высокой тонкой итальянской кухни. Обязательно рекомендую этот рецепт. После этого рецепта вы вообще обычные макароны не будете есть.
или там гречку какую-то, вы всегда будете это готовить. Вот, это, конечно, все пахнет очень аппетитно. Я уже попробовал, это нереально вкусно. Всем рекомендую, супер рецепт вообще. Всем удачи, всем пока.